Всем привет, меня зовут Гунчин Егор, и я хочу рассказать вам о своем проекте, который называется Next Generation. Итак, сначала я бы хотел рассказать о проблеме, которая важна для меня и для многих моих друзей, людей моего возраста. В чем, собственно, проблема? Проблема заключается в том, что студенты, они учатся в ВУЗе, получают какие-то знания, но на выходе этого оказывается недостаточно, потому что большинство работодателей требует опыта работы, знания, умений, которые в ВУЗе просто нельзя получить. И какое решение этой проблемы я предлагаю? Что ему делать, непонятно. Я предлагаю создать студенческое научное общество. Сейчас я коротко расскажу о том, что это такое. Итак, вот наш студент, и у него есть определенные знания, определенные компетенции. И коротко о них. Во-первых, в этом обществе он сможет получить очень большой опыт работы, и этот опыт он может потом приложить в своем резюме и сказать работодателю, что я занимался вот этим проектом, я его реализовал и могу как бы показать его результаты. Также это навыки работы в команде, то есть каким образом они будут развиваться. Человек будет участвовать в организации каких-то мероприятий, если ему это необходимо, если ему интересно этим заниматься. Также он может просто делиться идеями с участниками этого общества. Также это прокачивание всевозможных таких вот уникальных навыков, которые позволяют человеку эффективно выстраивать свое время, организовывать себя, организовывать свою деятельность и быть более эффективным. Количество публикаций, которые он может создать в этом обществе, оно тоже будет расти, потому что эти возможности, как бы это общество будет предоставлять ему, и он сможет издавать какие-то свои труды, и мы будем этому способствовать. Ну и также он сможет реализовать какой-то свой проект, то есть заняться научным каким-то проектом в той сфере, которая интересна именно ему, и не решать те задачи, которые представлены в каких-то там задачниках. То есть он будет делать именно то, что потом можно применить на практике. Это круто. Что я получил на хакатоне? В первую очередь, это, конечно же, куча всяких идей. И я бы хотел поблагодарить всех менторов, всех участников за то, что вы поучаствовали в развитии этого проекта. Большое вам спасибо. Также это новые знакомства. И хотел сказать, что я познакомился с одним человеком. Его зовут Илья Берлов. И его проект онлайн-центр карьеры. И мы собираемся сотрудничать, и я буду в своем ВУЗе как бы куратором этого проекта как раз-таки по теме трудоустройства студентов. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что очень вдохновлен этим мероприятием, и очень радостно видеть столько амбициозных, креативных, интересных людей. И я бы, наверное, с удовольствием еще раз когда-нибудь пришел бы сюда и пообщался бы со всеми вами. Вот. Это мои контактные данные. Там в углу указаны авторы тех иконок, которые я использовал, сайт. И что я хотел сказать напоследок. Вперед! Спасибо!